Здравствуйте, дорогие друзья! Это многолюбимый оператор... Это самый любимый оператор царя, которого все ненавидят. В общем, теперь я в группе с пенсионерами, потому что из обычной группы меня отчислили. Вот и все. Отчислили? Да. Ты провинилась? Да. Прогуливала. Да. Пенсионеры, беличи пенсионеры. Никакая вы не шоу-группа, понятно? Первое название – беличи пенсионеры. А Катя на талисмане. От тебя прям исходит сексуальная энергия. Сексуальная энергия? Да. Я устала, я депрессую. Я не живу. Мы должны с тобой спеть. Подожди, мне нужно стремена сделать. Какой-то на ходу прямо, господи. Я на тебе. Кать, я на тебе. Подожди, мне надо сделать стремена. Если была Катя Селезнёва, я недавно пересматривала влог, мы бы спели. Передаю привет Кате в поезд. Катя в поезд? Ты передаешь Кате в поезд привет? Не передаю. Все, я перестаю записывать, пока Катя не начнет пить. Я хотела сказать слово «петь», а получилось слово «пить». Блин, надо как-то себя снимать, чтобы я красиво выглядела. Я не знаю, как я вроде в зеркало смотрю красиво, а на влогах царю всегда такой ужас. Ты завершила? Я не знаю, куда. Это был очень странный маневр. Вот, кстати, какое лучше время? Это? Кать, я не знаю, я всегда на ощущения ориентируюсь. Как-то... Петь хочется, и не с кем. Все? Ты закончила? Нормально? Да, наверное, да, нормально. У тебя нога в упоре, все нормально. This world can hurt you. It hurts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. И все. I don't like it. Ich mag es nicht. Questo non mi piace. Наверное. Je n'aime pas ça. I don't know more words. Там что-то много-много тут глаголишь. Да. Прекрасно. Ты знаешь песню «Я на тебе как на войне»? Нет? И как с тобой общаться после этого? Ну ладно. Я на тебе. А на войне? Но я устал. Беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь. И не осталось ничего. А мы живем, а нам с тобою повезло. На зло. О, я устала. Блин, я чувствую себя на коне. Вау. А царь где? Царь? Бэхи. Остался видеть Бэху вон Бэха. Так, прикольно, что-то снимать и не видеть, что снимаю. Царь, у тебя будет обупенный влог. Царь, блин, езжай на жирте. Где ты там вообще? Где-то там. Ага. А какие именно? I'm not that brave.
Я не знаю, понимаете, мне сейчас в кустах померещился человек. Что там, что там интересного? У меня вообще уже все, глаза бекрень залил. Глаз. Давай макросъемка. Оп. Опа, опа. Хей, иди сюда. Иди сюда. Да вы что, от меня все уходите? О, вообще-то тоже блогер, тоже что-то снимает. Ты снимаешь меня, я снимаю тебя, все честно. Глаз в глаз. Да-да-да. Коннект. Ну иди сюда, поговорим мне что-нибудь. Что-то поговорим? Это разговорный вложик, да. Что-нибудь да, поговорим. Это разговорный влог. Мы говорим. Просто контент, который мы заслужили. Там вообще... Царю будет очень весело все это слушать. Я снимала ваши задницы. Что бы такого еще придумать? Я снимала задницы. На диалоге. Вот так вот. Уставший. Царь внимательно слушает тренера. А у него срет конь. Та-дам! Ты хочешь что-нибудь сказать? Ничего не хочу. У тебя там очень годный контент. Мне тебя жалко. Меня он бесит. Кто? Бэшик? Мне не нравится. Не нравится? Почему тебе не нравится? Расскажи. Да не иди так быстро, ну я же на своих двоих. Фу, такое быть. Ой, какой мягкий тут грунт. Ноги, да. Я снимаю ноги, попы снимаю. Всем удачи, всем пока.